Детский сад, школа, институт, работа. На нее еще и надо устроиться. Но тебе повезло, ты прошел собеседование и получил работу. И вот ты работаешь 11 месяцев в году на хозяина. И у тебя есть отпуск, такой долгожданный. Мгновение свободы, но только в то время, которое удобно компании. Ты полон решимости и целей. Мечта за мечтой мелькают в твоем сознании. Ты повторяешь: деньги – это свобода. В действительности, ты только что продал ее за деньги. Отныне твоя жизнь, твое время принадлежит не тебе. Свобода – нет такого слова в твоем алфавите. Это мир абсолютного большинства, 99% населения. Поздравляем, теперь ты раб. И твое назначение – создать хозяину свободное время, отдав взамен свое. Пришла пора открыто признать это, а не называть себя ценным специалистом, востребованным на рынке. Ты ничуть не ценнее для хозяина, чем негр на хлопковой плантации штата Миссисипи в 1700 году. Отличие лишь в том, что тебя не порят вожжами на коню, не за малейшую провинность, а отчитывают на ковре у хозяина и лишают премии. Бесправный винтик в чужом бизнесе, планах, которому не дано самостоятельно распоряжаться ни собой, ни своим временем. Винтик, который в любую секунду можно выкинуть и заменить на другой. А ведь тебя обязательно спишут. Лет через 30, когда ресурс твоей молодости иссякнет, ты стал ненужным. Крик души: «За что? Ведь я отдал всю жизнь хозяину!» «За деньги! Ведь ты продал, а не отдал!» Остановись. Ты тратишь то, чему нет цены, за что сильные мира сего отдали бы все время своей жизни. Хладнокровно продаешь минуты, годы за весьма скромную плату. Твоих сбережений не хватит и на год свободной жизни. Но ты не один. Вас 99%. Вы все уникальны. И в завершении лишь одна мечта объединит вас. Проданная по дешевке молодость. We'll be right back.